Монотипия – это вид печатной графики. Происходит от двух греческих слов – «моно» – «один» и «типос» – «отпечаток». Произведениям, выполненным в технике монотипия, присущи плавность и мягкость очертания форм. Суть этой техники заключается в том, что художник вручную наносит краски на идеально гладкую поверхность печатной формы. Это может быть стекло, это может быть пластик. А затем создает оттиск изображения на бумаге. Художник не всегда может предвидеть то, что у него получится. Изготовленный отпечаток всегда получается в единственном экземпляре. Для мастер-класса нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Стекло, гуашь, палитра, бумага, вода, кисти, палочки для гуаши и салфетка. Сегодня мы потренируемся создавать в технике монотипия траву и цветы. Итак, приступим.